Наш красивый. Ну, що він сказав? Симко сказав, що весна наступить обов'язково. Але не раніше, чим за 6 тижнів. Прогнозу у нас лежать овочі. І кожен дієтолог каже, що кращий фрукт. Вот Тимка в этом году гораздо худее, чем ему стоило бы и следовало бы. А это может быть критично для этих животных, для зимоспящих. Дорого, ты в них съев, 100%. Слухайте, ну якщо бабак іде до буряка? Ой, 4, да, ему это все надоело. Да, ему это все сильно уже